Жизнь царя от чудесного Рождества и до пасхального дня. Восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему. Он принес свет и надежду в этот мир. Он исцелял. Встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он учил нас милости и прощению. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Он страдал за нас и дал нам новую жизнь. Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус Христос. С 1 по 10 мая отправляйся в увлекательное путешествие по страницам суперкниги с Крисом, Джой и Робиком. Полетели! Смотри серии о жизни Иисуса Христа. А еще выполняй задания от суперкниги и участвуй в розыгрыше 3 пар детских беспроводных наушников JBL. До встречи на YouTube-канале «Суперкнига»!